Приветствую подписчики канала, фанаты марки, любители диагностики BMW. Итак, сегодня мы рассмотрим, я вам точнее расскажу, как правильно выбрать хитак с AliExpress, какой нужно взять, чтобы он был рабочий, нормально работал, не нужно было дорабатывать. Так, на AliExpress продаются два вида хитагов. Первый хитаг вот такой, в белом корпусе. И второй вид хитага вот такой бывает, как в корпусе от Гамбита. Вот здесь Гамбит у меня, но точно такой же есть хитаг. И в таких корпусах хитаги, очень много их продается. В таких корпусах хитаг довольно редкий. Его сразу расхватывают, так как в этом корпусе очень качественный хитаг. Работает сразу с коробки, ничего не нужно дорабатывать. И китайцы специально даже заливают его смолой. Это представляет собой такой вот монолитный кирпич, залитый смолой, неразборный, чтобы вы не смогли разобрать и скопировать его. Китайцы хитрые люди. И также в таком корпусе спокойно разбирается. Но, как показывает практика, что мне пришлось дорабатывать гамбит в этом корпусе, менять транспондер base station микросхему, также и с хитагами в этом корпусе такая же проблема, нужно дорабатывать их, менять транспондер base station микросхему, еще там не знаю что менять, надо бывает смотреть. Так что рекомендую вот такие хитаги, отличное качество. Да, и ссылки будут в описании, как на хитаг с белым корпусом, так и на хитаг в корпусе от Гамбита. Но по ссылкам очень, как я уже говорил, сразу расхватывают. И по ссылке всего остался один такой хитаг. Кто успеет купить, покупайте. Кто не успеет, не знаю. Таких же хитагов в корпусе, как от Гамбита, валом продается на AliExpress. И по цене, как я уже говорил, такой хитаг стоит дороже на 1000 рублей, он стоит 5000 рублей, ну даже 6. А такой хитаг стоит в корпусе, как у Гамбита, стоит 4000 рублей в среднем на AliExpress. Так, ну вот такое видео, думаю, понятно, как выбрать хитаг для КАЗ-ключей BMW. Какой хитаг качественный с AliExpress. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ну и ждите новые видео. Ну и конечно же вступайте в закрытую группу, чтобы получить информацию и рубить бабло.